Хмель. Красиво. Не правда ли? Но хмель – это еще и выгодно. Урожай на плантациях совхоза Выльский Ядринского района выдался в этом году на диво даже для Чувашии, где издавна занимаются хмелеводством. Приняв 7 лет назад хронически убыточное хозяйство, нынешний его директор Геннадий Васильевич Федоров сделал ставку на хмель. Сегодня под эту культуру занято 100 гектаров совхозных угодий. Из убыточного совхоз Выльский превратился в добротное, прибыльное хозяйство, одно из ведущих в Российской Федерации по производству хмеля. Новейшие хмелеуборочные станции, которые поставляют нашу страну Чехословакия, позволили 70% всех площадей Выльского убрать механизированным способом. Тонн сухого хмеля сдали в этом году государству труженики совхоза «Выльский».